Во время встречи с начальником турецкой разведки, как она передала, я попросил его тех шестерых русских террористов, которые арестовали турецкие власти в Стамбуле в 21 году при попытке убийства чеченских диссидентов, подарить нам или, скажем, использовать их для обмена на наших диссидентов, которые сидят в российских тюрьмах. То есть крымские татары арестованы в Крыму. Тогда Хакан Фидан сказал, что никаких проблем с их стороны нет, то только Россия этими арестованными вообще не интересуется. Там кадыровцы заинтересовались этим, пригласили этого чеченца, который с ним вел переговоры, туда, в Грозный, и он выехал. Но потом началось вот это широкомасштабное вторжение, и границы были перекрыты. Я уже Хакану Фидану, уже который занимает пост министра иностранных дел, тоже поднял снова этот вопрос. Он снова повторил, что с турецкой стороны никаких возражений не будет, если российская сторона согласится.